Дни открытых дверей пройдут 15 апреля с 9 до 20 часов и 16 апреля с 10 до 15 часов в ФНС по городу Анапы по адресу Шевченко 1. И к другим темам. По горячим следам было раскрыто в Анапе разбойное нападение на таксиста. Преступление произошло 7 апреля. Поздно ночью, когда водитель автомобиля привез пассажира по адресу, тот вместо того, чтобы расплатиться по счетчику, ударил таксиста ножом и похитил выручку. О разбое в дежурную часть отдела МВД сообщил сам пострадавший. По данному факту на розыск лица, совершившего преступление, был ориентирован личный состав отдела МВД России по городу Анапе. В результате оперативных действий на одной из улиц города сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан житель станицы Новоджерлиевской Краснодарского края, причастный к совершению данного преступления. Вышеуказанный гражданин ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Вышеуказанный гражданин на данный момент задержан и содержится в условиях изолятора временного содержания отдела МВД России по городу Анапе.